Несчастный случай в походе за грибами. Под багровеющей осиной, с листвою лепетавшей нежно, я дам устали осиной, склонял к сожительству успешно. Мы друг от друга терлись лбами, носами мы соприкасались, и воспаленными губами друг в друга наконец всосались. Случаются такие вещи, порой в походе за грибами. Отставший муж вопил зловеще и лязгал яростно зубами. Но смачно чавкало болото, ревнивца в глубину вбирая, ведь он же, заподозрив что-то, бежал, пути не разбирая. Но вот и угодил в трясину, вбирающую всю живое, под багровеющей осиной к нему прислушивались двое. И скоро бульканьем прервались призывы мужа на подмогу. Пусть мы злодеями казались еврейскому больному богу, однако в синеве великой над нами паутинки плыли. И перед Эросом владыкой, я знаю, мы безгрешны были.